Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и прямо сейчас, в эту секунду, я потребую только одну миллисекунду твоего внимания для того, чтобы создать новый мир в Майнкрафте. Пучный педопук. Create New World! Ну, уже по традиции, мне кажется, мне много чего нужно тебе объяснить, но перед этим... Суслики пописячные! Ну, в смысле наркоманы. Заходите! Ну, сегодня команда наркоманов-подписчиков прям в самом настоящем сборе, потому что я хочу вам представить нашего самого сумасшедшего наркомана, который вернулся... Откуда ты там вернулся? С лагеря? Подходи к нам. Это Костянчик, голубой наркоманчик. Аплодисменты Костянчику, быстренько в чате все похлопали, быстренько в чате все похлопали Костянчику. Костянчик, ты для нас что-то подготовил? Привез товар? Ну, все мы помним, да, чем славится этот человек. Вот тем, то, что он включает подобную музяку в каждой серии. Тёлочки! Направо, по центре, и мужики налево. Вот сюда, по центре, и мужики сюда, девушки в другую сторону. Тю-пу-пу! Мы сегодня с вами по писяке должны затащить, потому что последние две серии бабы нас просто... Отымели, я даже не знаю, насколько сильно, но реально отымели. Сегодня они без предводителя, сегодня они без... Катерицы. Сегодня у них капитан Стасик. То, что у нас нет капитана, это еще не значит, что мы вас не вздрюкаем. Я как заместитель буду возглавлять нашу суперскую команду. Ага, то есть ты смотри, что она хотела сказать. Ты... Дай, она ж просто сказала... Ну ладно, это уже как традиция. А я-то вам что задел? Пацаны, это стрелка! Бабы опять на нас свои панталоны подвесили! Давайте, валите Ержана, я буду валить Стасика! Капитан, что ты посмотри, здесь взялась самая такая... Ну ладно, все, идите в задницу. Все, отстаньте, Бан! Кто ударит бан? Бан. Стасик бан, два бана. Правила! Ну, правила очень даже простые. Весь этот мир сделан только из одного блока. Из лаки блока. Начиная от дерева, заканчивая железной рудой, углем, алмазной рудой, бедроком, обсидианом, лавой, деревом. Все состоит только из лаки блока. И во всем этом мире нам нужно идти как-то железо. Побеждает та команда, которая первой найдет 9 железа, скрафтит железный блок, установит его вот сюда и сможет зажечь свой маяк. Девушки, вы давайте там уходите туда, а мы, пацаны, давайте сюда. Все готовы? Ну давайте. Раз! Два! А вы думаете, почему я выбрал эту сторону? Потому что деревня к нам ближе. Три! Пацаны, давайте в деревню, там 100% должна быть кузница! А вы чё думали? Вы чё думали? Быстро, 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 один стагоняй, один стагоняй, хамчик, давай быстрее, быстрее. Опа, коровушка. Подождите, а здесь есть вообще кузница? Мне очень сильно интересно. Я пока не ищу. Есть, 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 есть и здесь. Опа, оп, валим, валим, чекай за город, у меня уже одно железо есть. Я уже одно железо успел найти, пацаны. Нам только 8 осталось, бабам 9. Быстро, подождите. Ёперный театр, мы вообще не в ту сторону побежали, нам же дерево нужно добывать. Мальчики, давайте, каждому в первую очередь нужно скрафтить деревянную кирку, после этого вы знаете всю нашу схему. Сразу же бежим, сразу же делаем себе каменные кирки, и на всякий случай, а то мы знаем этих девушек, на всякий случай сделайте себе мечи, потому что девочки, они... Девочки, девочки, собираемся в кучку. Они любят очень сильно подкрадываться, они любят потом со спины и нас валить, поэтому... Короче, кому нужна кирка? Только какая-то у меня странная кирка получилась. Почему у меня вместо кирки кастет получился? Хавчик, держи кастет. Давай, давай, хлеб, хлеб, хлеб. Сделай всем другим по кирке, всем другим. Потом забирайте верстак, я побегу искать куда-то шахту. Я видел по пути, то что там где-то шахта была. То ли вот здесь, то ли вдруг... Опа, шахта, пацаны, если что, здесь шахта. Видите меня? Вот сюда сразу же подходите. Ой, ну шо, начинаем. Так, девочки, девочки, давайте находим железо. Ага, а мы уже шахту нашли. Мы-то шахту нашли, но железо еще не нашли. Хотя,
Нет, железа не нашли. Мне нужен верстак и мне нужно немножко палочек. А кто-то отправьтесь на охоту за хавчиком. Ну, в смысле, не за вот этим нашим хавчиком, а за хавчиком, чтобы нам хавать что было. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Держи, хавчик, держи, две палочки. А, кстати, я же себе уже могу сделать... Кому нужна каменная кирка? Мне нужна. Нет, Стасик, извини, тебе я ее точно не дам. У нас уже есть одно железо, чтобы вы просто знали, девушки. Уже одно железо. И нам просто повезло, потому что оно рядом с нами деревня находилась. Костя, мне пока что еда не нужна, потому что я также нашел в кузнице. У меня там есть немножечко хлебушка и немножечко яблок. Поэтому давай другим, а я буду добывать железо. Пацаны, нам всего лишь 8 штук нужно найти. Давайте мы вздрюкаем здесь всех, чтобы Катя в следующей серии пришла и удивилась, то, что мы сравняли счет 2-2. Так, девочки, мы не должны подвести Катю, она на нас очень сильно надеется. Я нашел! Я одно железо нашел, пацаны! Где я скопнул? Где-то вот здесь, вот в этом радиусе. Я копал, у меня одно железо появилось. А вы забрали печку? Там же в кузнице печка была. Никто не взял ее случайно? Давай, хавчик, тащи сюда уголь. Пацаны, 2 железа. 3 железа, у меня уже 3 железа! Девочки, они... 4 железа! Где вы его находите, а? Да я сам не знаю, вот Стасик. Быстро. Прикиньте, это может быть самая быстрая катка в истории. 4 железа. Печку! Где печка? Печка! Никто печку мне не скрафтил. Где она? Так, хорошо, девочки, хавчик девочки, есть. Смотрите, у них уже несколько желез есть. А у нас уголь. Еще ни одного. Да, у вас еще ни одного. У нас сейчас будет 5 железа. Я на всякий случай здесь постою, поохраняю. Да, хлебушек, вот где-то там я добыл 4 железа. Может, это еще не все. Вот ниже туда копайся, может, там еще железо будет. Так, еще 2 железа. И на всякий случай... Хапчик, железо нашел! Хапчик! Выкидывай. Давай. Кто-нибудь нашел железо, девчонки? Девушки, мадмуазели, даже можно так выразиться. Вы понимаете то, что у нас уже... Сколько? У нас уже 6 железа, нам осталось еще 3 добыть. А у вас там, походу, 0, да? Ой, хлеба, спасибо, если что, защита уже есть. Хавчик, давай, ищи. У нас такое преимущество. В предыдущей серии, кстати, тоже такое же было преимущество. У нас там было примерно 7 железа, у девушек было 0 железа. И они как-то нас смогли перегнать. Я не знаю, как они это сделали, но прямо сейчас, я думаю, будет подсказочка. Тыкни на нее и посмотри предыдущую серию. Там какой-то мир был. Баксы. Там был денежный мир. Я не знаю, как девушкам там повезло, но у нас уже 6 железа. А вы знаете, что девочкам надо уступать? Слушай, ты. Мы уже вам один раз уступили, и после этого меня в комментах все обгадили. То, что, мол, Эдисон, как бы девушки же девушки, почему вы им просто так отдаете железо? Ну и вот, вы сейчас лидируете в глобальном счете 2-1. Хлебушек, еще одно железо. Хлебушек, запихивай железо. Иди сюда. Опа. Ой, какой молодец, пацаны. 7, это что? Ты посмотри, сколько Костянчик нафармил 12 кусков мяса. Так, это у нас там кто? Мне просто интересно, что они там делают. Здравствуйте. Ержан, значит, так. Девочки, у нас есть 2 слитка. 2 слитка, сейчас мы заберем эти 2 слитка. Или лучше не рисковать своей задницей, а то будет так же, как в предыдущей серии, когда я побежал на девушек, и потом они меня убили. Точнее, не они меня убили, а крипер убил, который там был. Поэтому лучше я буду держаться подальше. Ты чё быкуешь? Я сейчас возьму и просто подбегу. Вы понимаете, ваш Ержан ничего не делает. Она просто бегает, и она даже ни кроликов не убивает, ни дерева не добывает, ни шахту не копает. Бесполезная просто. Девочки, мне нужна срочно еда, пожалуйста, а то я сейчас умру. Ой, чё-то мне кажется, я вообще не туда захожу, куда надо, прям... Ты смотри, какую она мне засаду устроила просто! Пацаны, спасите!
пацаны, она мне засаду, короче, устроила. Она меня завела куда-то в шахту. И в шахте под... Ё, это было прям жестко. Ержан, я, честное слово, даже немножко испугался. Косячик, спасай! Спасай, сзади меня никого нет, никого нет. Это было реально... Ержан, ты что-то прям очень сильно продумала свою тактику. Я реально немножко испугался. С нее что-то хорошее выпало. Гранит. Пацаны, с нее выпала каменная кирка, поэтому если кому-то нужно, говорите. Еда тоже есть немножко. Девочки, у меня... Пацаны! Где-то 5. Давай, 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 валите, Ержан, давай. Это шпион просто, их шпион. Не, все, отпустите, отпустите, пускай бежит, пускай бежит. В смысле 5? Ты нашла 5 железа? Да, и уже 6-ю нашла. У нас 9! Так, у них 6 железа. Пацаны, у меня есть железный, у меня железный блок, все за мной. Нас отдаляет только то, чтобы мы дошли до нашего маяка. Я вижу там Ержана, я вижу кого-то за кактусом, кого-то за домом, там картошка. Пацаны, вперед, охраняйте меня, у меня клад, у меня сокровище, которое нужно донести до маяка. Пацаны, картошка, валите картошку, быстро, 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 все на нее, все на нее, все на нее. Минус, минус, минус. Мне кажется, у них здесь везде по городу какие-то засады. Они спрятались, скорее всего, где-то возле всяких домов. Я видел там кого-то за зданием. У них 8 железа, у нас 9 железа. Пацаны. А-а-а! На пролом! На пролом! Да! Все, 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 после боя рука... Собака, пацаны! Мне кажется, эта война прям самая настоящая. Иди сюда, я тебя киркой просто завалю. Картошка! Не, я скоро умру. Карто... Да все, мы уже выиграли, только мне нужно картошку заварганить. Пюрешечка ты наша, иди сюда, пацаны. У меня 8. У тебя 8 железа, да? Да. Ну это хорошо, это очень хорошо, только мы уже выиграли, Стасик. О, у них 16 желез, ну как бы все, как я уже сказал, после боя кулаками не машут. Хотя я вижу, там очень даже все машут. Пацаны, о, есть, все, есть. Валите челочек, вот. А-а-а, да что ж вы? Все, хватит! Пацаны, хватит! Все, 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 тихо, 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 тихо. Все успокой. Я сказал все, все успокоились, дайте мне похавать. Да что ж вы такие агрессивные, я не могу понять. Да валите вы картошку эту, все. Тихо. Ну, ничего страшного. В следующей серии придет Катюха и надерет вам маленькие пипуки. А, да, 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 конечно, конечно. Только проблема в том, что Катя больше нубит, чем вы все вместе взятые. Поэтому вряд ли Катя в следующей серии сможет надрать нам пипуки, как ты сказала. Счет 2-2! Я поздравляю у каждого! Четвертая серия, мы с девушками идем прям наравне. На этом мы закончим эту серию, Стасик, я тебе предлагаю примирение. Ну, то есть прям бабско-мужицкое примирение, чтобы никто никого не убивал. Ты согласна? Это тоже неплохо. Это маленькая победа. Ну да. Зачем ты держишь меч? Я не держу меч, я держу топор. Это еще хуже. Я тебе скажу огромное спасибо за просмотр. И вам, девушки, тоже наши любимые, дорогие. Я говорю огромное спасибо за просмотр. Все взяли 2 биты в руки на всякий случай. А я не знаю, что сейчас произойдет. Всем удачи и всем пока! Ну я еще даже не успел объявить войну, как все уже начали дрюкаться. Вы сами первые начали, я как бы обещал перемирие. Пацаны, это война! Давайте, 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 валите вот этого анчоса, валите, я анчоса валю, потом картошку варите. Варите, я сказал, не варите, а валите, хотя сварить тоже можно. Хлебушек, выручай, 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 они сразу вдвоем на меня ополчились. А вот чё и Стасик прибежала сюда. Стасика убили. Кто меня сзади бьет? Лера, Лера, не... А, там кого-то крипер зарал, нормально.